Ребят, всем огромнейший привет. Начинаю свой влог. У меня два выходных. Вчера я ездила на педикюр. В общем, у меня с ногами вообще ужас. Если получится, вставлю вам фотографию до и после, что у меня было с пяточками. Они были шершавые, какие-то непонятные. Или это на топтыши, или это уже мозоли. В общем, прямо на большом пальце по бокам были. Ну, или потому что работа, как бы, ну, в основном стоячая, на ногах, да. Не знаю. В общем, вчера ходила на физио, у меня еще осталось 4 дня. А так я хожу, ну, когда на работу, я хожу перед работой, так как физио работает с 8 до 2. Ну, а мне на работу, как бы, к 9. Вот, сделала еще новые ноготочки. Такие вот здесь бабочка и веточка. Вот, вставлю вам кусочек, ну, это я вчера снимала там в больнице, вот. Сегодня хочу приготовить заливной пирог, что-то у меня рука трясется. Хочу приготовить заливной пирог, уже обжарила, в общем, лук, сварила яйца, вот Морзик тут сидит. Вот, Лёша на работе в первую смену с 8 до 4. Так, я вот встала утром, ну, дома приберу по-быстренькому, полы помыла, пропылесосила, все, еще у меня стирка осталась. Ну, не буду включать, так как я ухожу уже из дома, не буду включать стирку. Заливной пирог и еще достала куриную грудку, не знаю, может быть, в духовке что-то сделаю, либо так, на сковородке что-нибудь. Погода у нас градусов 20, прохладненько, вот. За выходные выпало столько снега на улице вообще. Я вчера даже, знаете, вылазю с автобуса, и там прям автобус подъехал. У нас здесь, ну, не чистили. Видать, сегодня трактор ездит, открывается дверь, и просто сугроб. Куда выходить в сугроб, в общем. Вот. Ну ладно, поеду я. Всем хорошего дня. Зайду в магазин, что-то хурмы захотелось, а нету. Ну, либо лежит такая уже, она еще твердая. Все, я дошла до дома, купила еще 3 штучки хурмы, потому что там в одном овощном она какая-то, знаете, не очень. Вот взяла 3 хурмы, они такие уже мягенькие, что сразу кушать можно. Взяла еще 3 огурца и укроп. Дальше сыр. Какой-то фермерский взяла. Кусочек в тюкалиночке. Также взяла кефир. Мне нужен был для пирога заливного. 2,5% жирности. 56 рублей, по-моему, стоит. Так, чек. Сейчас, подождите. Так. Яйца у нас по 86. Сыр фермерский вышел на 118. И кефир 56 рублей, да. И яйца еще. Яйца. Так, а тут яйца-то есть. Яйцо 86 рублей, да. Десятка яиц. Мне нравятся в тюкалиночке яйца. Они прям, знаете, такие крупненькие, хорошие. Сейчас вам покажу. Ну, они не белые какие-то. Вот такие вот. Хорошие яйца. Что это у нас? Какая категория? С0. Хорошие. Сейчас буду готовить кушать. Сейчас, наверное, сразу все замешаю на пирог. Там нужен кефир. По-моему, одно яйцо, мука. И сделаю начинку. Ну, вам, наверное, засниму. А дальше куриную грудку у меня еще не разморозилась. Надо будет ее, наверное, в микроволновке разморозить. И не знаю, что приготовить. Не знаю, может быть, в духовке с картошкой. Не знаю, что готовить. Вот это вот
принципе, если бы я одна была, я бы себе вот сегодня утром, знаете, хотела просто заварить себе choice ролтон. Но у нас его не было. Так бы я просто его поела и все. А так поела я суп и огурчик с помидорчиком сделала с маслом и все. И поехала в больницу, и оттуда уже шла пешком, потому что в магазин надо было зайти еще. Итак, что нам понадобится для пирога? Я рецепт взяла с Ютуба. Нам понадобится 200 грамм муки, 350 миллилитров кефира, одно яйцо и щепотка соли. И, в общем, 1/2 чайной ложки соды. Сейчас я подогреваю кефир на микроволновку, чтобы он был теплый. Кефир подогрела, получается. Начинку. В общем, я сейчас... Здесь у меня лук, яйца и две консервы. В общем, одна у меня сардина. Сейчас сперва одну добавлю, посмотрю, как. Одна хватит или нет. И скумбрию. В общем, сейчас добавлю скумбрию, разомну эту всю вилкой. Так, вроде нормально пахнет. А то некоторые показывают, то консерву открывают, то она там с червями, то еще с чем-нибудь. Баночка помятая, это я в маяке набрали. Я все перемешала, мне стало прям в такое пюре все перемешивать, да. В общем, кусочки у меня пооставались. Сейчас будем заниматься тестом, и я еще сюда сейчас добавлю укропа зеленого. Ребят, все, начинку я приготовила, еще забыла вам сказать, что нужен сыр. Вот, небольшенький кусочек у меня был, там, ну, 150 грамм где-то так. Все это перемешали, и теперь займемся тестом. Так, теперь у нас очередь теста нашего. Я сперва думала 2 яйца добавить, но не знаю, сейчас посмотрим. Так, яйцо. Щепотка соли. Все это перемешиваем. Я еще добавлю одну яйцо. По рецепту одну, я добавлю два. Просто... Теперь добавляем муку и соду. Я буду муку добавлять на глаз, чтобы тесто было такое, знаете, рыхлое, жидкое, чтобы было. Так, мука, сода. И замешиваем до консистенции, жиденькой такой, я вам покажу. Пришло время собирать наш пирог. Это моя любимая формочка, не обращайте на нее внимания. Ее уже время так потаскало, так нормально. Теперь выкладываем нашу начинку вкусную. Все любят, когда начинки больше, чем тесто. Так что... Начинки очень много. Все, я разровняла вот так вот. Теперь ставим в духовку. В общем, готовность определяем. Вот здесь вот должно вот все зарумяниться у нас. Все ставим, ну, минут, наверное, 20. Где-то так. Все, пусть пекется. Вот такой вот пирог у меня получился. Хотела для вас аккуратненько разрезать, показать. Но у меня, знаете, он начал крошиться. Все здесь, тесто все пропеклось. Я так на соль попробовала. Все очень вкусненько. Оно у меня где-то стояло где-то 25 минут 30. Вот. Сейчас еще поставила. Здесь у меня картошка, курица, морковочка, лучок. Все это с чесноком. Вот так вот все это выглядит. Посолила. Также добавила специю. Сейчас. Ой, вот такую вот. Брала я в маяке. Вот. В общем, здесь и соль. Всякие там. Что тут в составе-то? Вот состав. Сейчас буду мыть посуду.
буду ждать уже Лёшу, буду его кормить. А то так получается тоже, когда на работе уже приходишь, ничего неохота готовить, знаете, вот что-нибудь бы открыл и съел. Вот как мы сейчас привыкли. Ну, я не знаю, те, кто в городе, скорее всего, так. Открыли йогурт, съели. Открыли какую-нибудь консерву, съели. Или там заказали еду, открыли, съели. Как бы мы уже начинаем привыкать вот именно к такой еде в коробке. Вот. За последнее время вот я заметила, что времени иногда, ну, не хватает. Стараешься все равно что-то готовить домашнее, там, какую-то выпечку, да. Но не всегда это получается. Но стараешься. Вот, на этой ноте я закончу свой влог. Как-то у нас стало пасмурно, серо, солнца нету днем, хотя было. Пришла домой, не знаю, либо я замерзла, как-то дома было холодно. Ну, я уходила, открыла окна, чтобы дома маленько проветрилось, свежий воздух, чтобы был. Буду заканчивать на этом свой влог. Всем пока, всем хорошего настроения.